Айри выступила на онлайн-концерте Super Bowl 2021 во Флориде. Да-да, ассоциации с последним нашумевшим шоу уикенда неспроста. Вот только перформанс Айри был для Ladies Heart Football, посвященное чествованию именно женщин в спорте. В общем, Blinding Lights она не послушала. На карантине с нами связалась Bullion and Jerson Music. Им очень понравился трек Moonlight Payende. Я исполнила его на своем родном языке, на казахском языке, в оригинале. Понравилось так, что известные американские ведущие Сукиня Кришнан и Скотт Стэнфорд сразу приметили Айри и даже пригласили на интервью. У нас прошло великолепное шоу, на котором выступала очень талантливая певица из Казахстана Айри. Она красивая, интересная и имеет ангельский голос. Это как раз-таки то, что нужно для нашего Суки энд Скотт шоу. С нетерпением ждем Айри у нас. Да и другие зрители тоже были в восторге. Среди них, кстати, известные актеры и певцы, как Эд Кин, Синди Уинтерс и Вики Формерс. And I just wanted to say a few words about Айри. She is an incredible performer. We are after your amazing performance. Your performance this weekend at Ladies Heart Football was fantastic. She did a really, really, really amazing job. А вообще, кто не в курсе, Super Bowl – решающая игра национальной футбольной лиги American Football, you know. 15-минутное шоу в перерыве между таймами делали такие селебы, как Бейонсе, Шакира, Джей Ло, Джастин Тимберлейк и так далее.